Ямочный ремонт под сомнением. Куда деваются выделенные на него деньги, неизвестно. Сегодня общественники вышли в рейд по центральным кировским дорогам, которые уже давно нуждаются в ремонте. Количество погибших в ДТП резко увеличилось. Трагическую сводку пополнило происшествие на новом мосту в среду вечером. Перебегая дорогу, под колеса автомобиля попала 18-летняя девушка. За один день сразу два ребенка. В Следственном комитете обновилась статистика по утонувшим. Следователи начали проверки. Чаще алкогольное законодательство нарушают в садоводческих кооперативах. Сегодня сотрудники полиции рассказали, кто и где незаконно торгует алкоголем, а еще показали, как определить суррогат. Точно без фонтанов и почти без общегородских гуляний, потому что 2 августа и праздник, и день скорби. Десантника Романа Христолюбова уже давно знает вся страна. Он один из немногих, кто во время Второй Чеченской выжил в ожесточенном бою с войсками Хаттаба в Аргунском ущелье. Но потерял много товарищей. Сегодня мы пообщались с героем. Вы смотрите информационный канал «Город». Мы расскажем о главных событиях вторника, 2 августа. В студии Оксана Ковтуненко. Здравствуйте. Ямочный ремонт под сомнением. Куда деваются выделенные на него деньги, неизвестно. Сегодня общественники вышли в рейд по центральным кировским дорогам, которые уже давно нуждаются в ремонте. В этом году, по данным общественников, на ямочный ремонт было выделено 28 миллионов рублей. На эти деньги можно залатать порядка 10 тысяч ям. Однако жалобы на разбитые дороги продолжают поступать от кировчан. При том, что до конца всех дорожных ремонтов осталось меньше месяца. Подробности у моего коллеги Артема Миронова. Потому что прокуратура скажет, что каким образом они как бы, да, причиняют вред дорожному полотну. Эти кадры сняты месяц назад. Общественники вручную засыпают глубокую яму на улице Воровского рядом с перекрестком Сурикова. Сегодня от следов такого ремонта не осталось и следа. Как, впрочем, и от ямочного. Его здесь не было уже несколько лет. В больших ямах посередине проезжей части многие автомобилисты ломают бамперы и пробивают колеса. Ужасно. И что думаете, кто-нибудь заделает ее когда-нибудь? Отбивается. Ну как ездится по этой вот яме? Надо наезжать-то. Эта огромная яма находится на середине дороги на улице Горького, рядом с перекрестком с улицей Воровского. Как мы видим, автомобилисты не могут ее объехать ни с одной, ни с другой стороны. В итоге приходится заезжать прямо в яму. По словам представителей общественных организаций, ямочный ремонт здесь когда-то был, но, как мы видим, хватило его ненадолго. Ненадолго хватило и многих автомобилистов, которые говорят, что вообще стараются не ездить по Горького, чтобы избежать опасных маневров и ремонтов машин. А общественники говорят, знают, что причина недолговечного ямочного ремонта – неправильно выбранные технологии. Много ям. Их как бы там заделывать по одной, как бы, вот, там такие там маленькие системы, но это нерационально. Это, во-первых, и дорого, и непрактично, потому что все равно будут образовываться. Поэтому правильно будет вырезать вот этот участок там полностью и полностью укатать. А это богатое на ямы место – Октябрьский проспект, рядом все с той же улицей Воровского. Поток машин здесь всегда большой. Объехать ямы часто невозможно. Мешает разделительная полоса. О том, что ямочный ремонт здесь делают в этом году, неоднократно заикались в дирекции дорожного хозяйства. А пока же на вопрос, как ездится по Октябрьскому проспекту, у водителей ответ один. Плохо, конечно. Понятно, что плохо. Ямы одни. Ужасно. Ужасно. Плохо. На огромные ямы кировчане жалуются в социальных сетях. За последние дни поступило с десяток фотографий разрушенных дорог с улиц Азина, Чапаева, Менделеева, Молодой Гвардии и других. По данным общественных активистов, на ямочный ремонт кировских дорог в этом году выделена серьезная сумма. Но куда она ушла – большой вопрос. Бюджет в данном случае за эти там полгода, насколько нам известно, порядка 28 миллионов на ямочный ремонт. Это там порядка 10 тысяч ям площадью 1 квадратный метр. То есть вот насколько это исполнено, большой вопрос, надо проверять и смотреть. Отследить или проверить, куда ушли десятки миллионов на ямочный ремонт, по словам общественников, пока невозможно. По их данным, на все выделенные деньги ямы уже залатали. Соответственно, многие участки кировских дорог останутся разбитыми еще как минимум год. Артем Миронов, Антон Мамаев, информационный канал «Город». Количество погибших в ДТП резко увеличилось. Трагическую сводку пополнило происшествие на новом мосту. В среду вечером, перебегая дорогу, под колеса автомобиля попала 18-летняя девушка. По словам подруги погибшей, они собирались перебежать дорогу в неположенном месте. 18-летняя девушка не убедилась в безопасности, а 32-летний водитель не успел затормозить. В результате ДТП девушка скончалась.
настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. Сотрудники госавтоинспекции еще раз напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил дорожного движения. По данным ГИБДД, в этом году количество погибших в ДТП возросло аж на четверть по сравнению с прошлым годом. В сводке фигурирует уже 85 человек, для кого аварии закончились трагически. Полицейские рекомендуют быть предельно внимательными на дороге и пешеходам, и водителям, убеждаться в безопасности любого маневра, соблюдать скоростной режим, правила обгона и перехода проезжей части. За один день сразу два ребенка. В Следственном комитете обновилась статистика по утонувшим. В минувшую среду произошло сразу две трагедии на воде. В одном случае мама пыталась спасти своего ребенка, но в итоге чудом сама осталась жива. Случай произошел у села Юрьево Котельнического района. Там купаться на реку Малома пошла мама со своим 7-летним сыном. Когда мальчик начал тонуть, за ним в воду бросилась мама, но сама стала идти на дно. Отдыхающий рядом мужчина пытался спасти обоих, но вытащить из воды удалось только женщину. Стоит сказать, что в этот же день произошла еще одна трагедия. Так, днем в Советском районе в реке Вятка при купании утонул 9-летний мальчик. Он вместе со своими сверстниками приехал на водоем на велосипедах с целью искупаться. Было установлено, что мальчик плавать не умел, а данное место и вовсе не было оборудовано для купания. По данным фактам, следственными органами Следственного комитета России по Кировской области проводятся доследственные проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Всего с начала купального сезона на областных водоемах утонули уже 19 человек. Среди взрослых большинство утонувших в момент трагедии находились в нетрезвом виде, а почти все дети без присмотра родителей. Спасатели и полиция в очередной раз рекомендуют соблюдать элементарные правила безопасности на воде и купаться только там, где обследовано дно и дежурят спасатели. В Кирове участились пикеты, клещи медленно, но верно отступают, а автотранспортное предприятие Кирова закупит 100 новых автобусов. Подробности далее. Эфир продолжает традиционная рубрика «Короткой строкой». Пикеты входят в моду. О проблеме нехватки мест в детских садах после завершения выдачи путевок к филармонии с плакатами вышли кировские мамочки. Среди них те, кому садики дали за десятки километров от дома, и те, кому места вообще не досталось. По информации горадминистрации, таких 2000 детей. Выйти на бессрочные пикеты решили и противники пенсионной реформы. Участники будут сменять друг друга, чтобы сохранить непрерывность. В Кировской области количество пострадавших от клещей постепенно падает. За последнюю неделю число укушенных составило 684 человека. Всего за весь сезон за помощью от укусов кровососущих обратилось почти 14 тысяч человек. Заболело энцефалитом 72 человека, 136 – боррелиозом. Кировское АТП закупит новые автобусы МАЗ до конца года. Автобусы будут курсировать по городу. Всего новых будет порядка сотни. Эти автобусы будут рассчитаны на 27 сидячих мест. Общая его вместимость составит 70 человек. В выходные Киров отпразднует День железнодорожника. Основные мероприятия пройдут у ДК железнодорожников. По окончанию праздника состоится салют. Мероприятия начнутся 5 августа в 15 часов. А сейчас прервемся на короткую рекламу. Она пройдет быстро, не переключайтесь и смотрите сразу после нее. В прямом смысле собственным бюстом встала на защиту своей сумки женщина на улице Добролюбова. Криминальная сводка в специальной рубрике. Чаще алкогольное законодательство нарушают в садоводческих кооперативах. Сегодня сотрудники полиции рассказали, кто и где незаконно торгует алкоголем, а еще показали, как определить суррогат. Точно без фонтанов и почти без общегородских гуляний, потому что 2 августа и праздник, и День скорби. Десантника Романа Христолюбова уже давно знает вся страна. Он один из немногих, кто во время Второй Чеченской выжил в ожесточенном бою с войсками Хаттаба в Аргунском ущелье. Но потерял много товарищей. Сегодня мы пообщались с героем. Эти и другие новости через пару минут. Вы смотрите информационный канал «Город», и мы продолжаем. В прямом смысле собственным бюстом встала на защиту своей сумки женщина на улице Добролюбова. Дамский аксессуар пытался забрать злоумышленник, но леди не растерялась. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Материал имеет возрастное ограничение 12+.
ты дура! Дурак ты, менты, которые не едут. Очевидцы не сразу поняли, кто здесь потерпевший, однако женщина рассказала, что на улице Добролюбова мужчина хотел присвоить ее сумочку. Дама вовсе не испугалась налетчика и легла на него всем телом. Очевидцы предположили, что с такой реакцией ей надо идти работать в охрану. Погодите. Ага. Ему. Молитесь. Я вам серьезно говорю. Ты заклятель. Паза, ты хотел меня лишить, чтобы мне денег, мне детей нечем кормить. Шри, падла, землю. По словам очевидцев, изначальная парочка вместе выпивала с 7 утра в местном заведении. Но во время застолья, видимо, что-то пошло не так, и приятель позарился на ее сумку. Подробности этой истории ему придется рассказывать в полицейском участке. В Кирово-Чепецком районе нарушитель на Ниве решил повернуть налево из правого ряда. Автор видео попросту не успел среагировать на этот маневр. Я хотел сделать сюрприз. Но не получился сюрприз. Зачем вам муж нужен был? Я цветы резал для любимой девушки. На улице Чистопрудненской сотрудники ППС задержали джентльмена Александра. Парень нарвал на клумбе цветов и собирался подарить их своей возлюбленной. Преградой на пути к девушке стала якобы стеклянная дверь от подъезда. Романтик ее сломал, за что через пару минут оказался в клетке. Я не отдавал отчет своим действиям. Я правда извиняюсь очень искренне. Я все возобновлю. Извините меня, пожалуйста, соседи. Больше такого не повторится. Александра доставили в отдел полиции. В ближайшее время ему нужно будет все-таки подарить цветы своей возлюбленной, ну а после починить дверь. Чаще алкогольное законодательство нарушают в садоводческих кооперативах. Сегодня сотрудники полиции рассказали, кто и где незаконно торгует алкоголем, и еще показали, как определить суррогат. Справа находится хорошая федеральная специальная марка, изготовленная предприятием «Госзнак». Слева от вас находится поддельная. Первое, на что стоит обратить внимание, акцизная марка. Она должна быть матовой, с микроволокнами, наклеена ровно и переливаться. При выборе алкопродукции можно пользоваться и специальным приложением на смартфоне, которое считывает QR-код. В полиции признали, что суррогатного алкоголя много. В основном им торгуют круглосуточные магазины и даже замаскированные под садовые домики магазины. Недавно сотрудники областного аппарата было пресечено правонарушение в магазине, который расположен в садоводстве «Урожай-2», это на территории Юргианского района, там индивидуальный предприниматель переоборудовал садовый домик под магазин и организовал нелегальную продажу, то есть без лицензии, крепких спиртных напитков. Всего за текущий год было пресечено более 600 правонарушений и изъято около 5 тонн паленого алкоголя. Общая сумма штрафов в этом году уже превысила 1 миллион рублей. Однако это не останавливает предпринимателей продолжать торговлю, причем круглосуточно, добавляют полицейские. После штрафов и даже при остановлении деятельности многие открываются заново. Точно без фонтанов и почти без общегородских гуляний, потому что 2 августа для него особенный день. Десантника Романа Христолюбова уже давно знает вся страна. Он один из немногих, кто во время Второй Чеченской выжил в ожесточенном бою с войсками Хаттаба в Аргунском ущелье. Но потерял много товарищей. Сегодня мы пообщались с героем. Вот уже 18 лет его 2 августа начинается с Макаревского кладбища, где похоронены друзья Алексей и Роман. Подробности в материале Артема Паникаровских. С праздником, дорогие! С праздником, парни! Ну вот, снова увиделись. Не просто боевые товарищи, очень близкие друзья Алексей и тот самый Роман Ердяков, фамилии которого названа одна из кировских улиц. Берет Романа, мы его символично берем с собой всегда, так как он его носил, служил в нем. Оба из Кировской области и оба вместе с Романом Христолюбовым участвовали в том историческом бою в 2000-м с войсками Хаттаба в Аргунском ущелье. Тогда, во времена Второй Чеченской войны, из 90 человек знаменитой 6-й роты в живых осталось только 6, в том числе Роман Христолюбов. Уже 18 лет его 2 августа начинается не с парада десантников, а с могил друзей. Та битва, признается Роман, сильно пошатнула психику. Самые тяжелые моменты до сих пор перед глазами. Приходится и воевать, и друзья тут, и помогать им, перевязывать, помощь оказывать, это тяжело. Видишь, когда у тебя на руках умирают
твой сослуживец. Это очень страшно, это не писать словами, это очень сложно. А еще перед глазами та первая после демобилизации встреча с папой. Домой Роман приехал вечером, и фотография того самого момента теперь одна из самых дорогих. Да, заплакал он. Вот. Ну, потом сказал, что молодец, все хорошо. День ВДВ Роман всегда отмечает с супругой. Так получилось, что именно те события со временем и создали семью Христолюбовых. До 2000-го Елена была девушкой Романа Ердякова. Когда он погиб, Роман Христолюбов через год как раз на годовщину пришел узнать, где могила находится. И после этого как-то стали встречаться. Вот. Ну и так вот. В 2003 году через 2 года мы поженились. 2 августа в семье Христолюбовых еще и день прогулок по городу и звонков боевым товарищам. Тем, кто тоже остался в живых, Алексей Комаров всегда первый в очереди на дозвон. Здорово, дружище, еще раз. С праздничком тебя, дорогой. Здорово, тебя также. Ну, ты че, как хоть жив-здоров? Как отдыхаешь сегодня? Да, нормально, вот я все за рулем катаюсь. Парк у цирка – еще одно место, где семья Христолюбовых должна обязательно побывать каждый 2 августа. Примечательно, что очень скромно, без флагов и громких реплик, потому что праздник всегда граничит с трауром. Те, кто воевал, действительно был в горячих точках, в любых, в разных, он ведет себя спокойно и нигде не кричит, что он десантник, что он крутой. Взаимные поздравления сыплются в парке у цирка каждую минуту среди десантников. Роман – почти легенда, кодовое слово «шестая рота», после которого многие просят сделать совместную фотографию. Ведь это же тот самый Роман Христолюбов, один из шестерки выживших. Да, конечно, что, не я вопрос. Я тебя только по интернету видел. Парни, да вы че? Не-не-не. А где-то прерывается и песня под гитару, потому что тоже узнали про Аргунское ущелье и его героев много видели на Ютубе. Шестая рота. Да-да-да. Да? Да. Остался, который. И шестой роты это. Спасибо тебе. Да, парни, вы. По праздникам вас тоже время. Слава! 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 Примечательно, что своего сына Роман старается воспитать, что называется, по справедливости. Заслуги отца тот прекрасно знает и недавно заявил, что тоже хочет стать десантником. Артем Паникаровских, Андрей Фоминых, информационный канал «Город». Такой была эта среда, 2 августа. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 470706. И если вы стали очевидцем каких-либо событий, рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова. Первый городской канал». На этом все. В студии работала Оксана Ковтуненко. Увидимся в городе.